И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы с вами продолжим играть прекраснейший кроссаут, и сегодня, как обычно, вместе с Тимуром и подписчиками, понятное дело, я уже пати из них собрал, да, также поздоровайся, а то тебе... Да, всем привет, сказать. Ребята, сегодня буду тоже с вами буду играть в игрушку кроссаут. Да, и кстати, у него, ему тоже друзья много добавились, правда, сегодня скорее мои подписчики в друзьях, но, по идее, он тоже с вами играет, сегодня он, по крайней мере, играл, прокачивался, и, кстати, по поводу прокачки, я тоже прокачался, что там хотел сказать, давай говори, а потом я про свое скажу. Я? То, что прокачался? Я нормально тоже прокачался до 5 уровня уже, я уже много, потому что эта игра мне довольно очень сильно понравилась, из-за этого я уже довольно быстро качаюсь тут. Так можно даже до 10 до 11. Ну вот, я тоже тут довольно-таки неплохо, мне сильно понравилась игра, как ты изъясняешься. Я прокачался до 10 уровня, у меня теперь вот такая вот прекрасная машина, у нее уже мощность 2800, 2900 считайте, и новая пушка, синенькая рапира, сегодня буду ее показывать. В целом мне понравилась моя тачка, которую сам собирал, собирал все сам, это не проект, я чисто сам старался что-нибудь сделать интересное. Плюс покажу вам, что у меня есть новая фракция, фракция бешеная, здесь, ребята, будут всякие новые крутые корпуса, но я на самом деле потом перескочу в мусорщики, потому что хочу сделать корпус дальнобоя, которого сам огромная энергия, и буду кататься на вот таком жестком монстре. Жалко, ты не видишь то, что я показываю, надо будет потом тебе показать. Да, я не могу. Ну, ничего страшного, потом покажу. Так, да, все в боях, поехали, в битве увидим мы это уже. Так, ты какой, говоришь, уровень 5, да? Так, ну, поедем тогда за колесами мы, значит, за кабиной точнее, потому что у тебя 5. Я бы за дробовиком, потому что там обрез может выпустить. Так, ну давай за дробовиком, в принципе, небольшая разница, мне и то пойдет. Я бы вообще в рейд поехал, но у меня сегодня бензин закончился, потому что я крафтил пушку и все весь бензин ушел на то, чтобы добыть эту медь. У меня тоже бензин закончился. Ну, да. Не из-за того, что я крафтил, просто я слишком много сыграл. Он у меня и закончился. Ну, сейчас у меня увеличен лимит. О, господи, блин, чего так взорвался, аж испугал меня. Так, да, ребята, если кому кроссаут понравится, кто захочет поиграть вместе с нами, то ссылка будет на игру в описании. Игра бесплатная, не сильно требовательная. У тебя ведь друг, у которого слабый компьютер, ведь смог установить ее и нормально ведь поиграл, да? Да, он тоже смог. Ну вот, значит, все правильно. А то мне некоторые пишут, типа, что да, она там это, как бы требовательно, что ты нам говоришь, у меня это вообще там типа не запускается. Ну, я не говорю, что она такая вообще не требовательная. Если у вас там компьютер-калькулятор совсем, то как бы это ничего не спасет. Того, что у вас игра не запустится. Блин, что-то я, конечно, зря так въезжаю. Ну ладно, окей. Поеду, попробую раскрошить. На. Ну, пушка офигенная, конечно, новая. Она просто 10 из 10, я от нее так прусь. Еще у меня 1000 жизней теперь, и у меня мощность огромная. Блин, правда, я залез, конечно, в самую толпу. Сейчас мне таких звездюлей здесь отвешивают. Чувак тут на гусеницах катается. А сколько у нас... Блин, я не посмотрел, сколько мощности у наших ребят. Блин, меня уже расколотили, пока я пытался посмотреть, что вообще происходит. Так, а у Госта и... Погоди, сейчас очки мощности. Та-та-та-та. Ну ты тут чуть ли не самый слабый, знаешь? Да, у них есть два чувака, у которых очки мощности 3000. Я прям с ними столкнулся и подумал, что зря я так на них полез. В следующий раз буду поаккуратнее. В общем, вот, товарищи, Госта 00-1998. Я его добавил вне серии, он нажал готов, все клево, он мне не спамил в личку тем, чтобы я его добавил. Просто, ребята, те, кто мне прям начинает в личку спамить жестко, типа добавь. Таких ребят я специально не добавляю по той причине, что, господи, зачем мне спамите? Кстати. Это то, что если победите, то тогда это имеет смысл на самом деле, потому что раньше мы думали, что нет, а на самом деле ресурсы дают. Это я ему сегодня рассказал. Ну да. Просто я думал, ты это не скажешь, поэтому я решил напомнить. Ну ты напомнил, да. Так бы я забыл про это дело вообще. А да, ребята, оказывается, я говорил в предыдущей серии, типа, зачем вы сражаетесь? Смысл, типа, в том, что победа, поражение вроде одно и то же, типа, никаких особых наград не дают. Но, оказывается, была награда, конкретно тебе дают... Тот самый предмет, который в своем состязании должен выпасть. Либо там колесо, либо дробовик, либо что там, за куда вы, за какую миссию идете проходить. За это вот эту награду и дают. И плюс рандомную какую-нибудь другую шмотку могут дать. Что достаточно прикольно. Я что-то про это не знал, только сейчас узнал. Но на самом деле я, с одной стороны, прав по той причине, что я считаю, что в самом начале, вот я обычно... Когда у меня начал вот эта тема пригорать, я когда только начал играть в кроссаут, я там буквально первые уровни... Начинал играть, и там как бы нет смысла особого такого, знаешь,
на победу играть. Лучше побыстрее прокачаться, и потом уже у тебя будут новые шмотки, новые миссии откроются, и там ты уже выберешь всякие крутые штуки. Там лучше побыстрее врагов нафигачить, чем ехать на захват точки, по мне так. Вот. А там вот с того момента у меня пригорело, и люди такие ездят, там как бы ничего не дают, они такие, да-да-да, мы там будем сражаться, все в таком духе. Короче, надеюсь, вы меня поняли, от чего я пригорел, так что на победу играть надо, и если вы хотите какую-то вещь ох, получить... Ох, нет! Тут есть видимость. Кто? Охренеть, тут невидимость есть. А, невидимость, да, есть. Ты не знал? Я такой еду. Блин. У меня тут такой враг передо мной. Не, конечно, конечно, когда я уже прокачался до 10 левела, и здесь появились чуваки с крутыми всякими шмотками, то ты такой прям, типа, сидишь, ё-моё, ракеты летят, ё-моё, еще какая-то штука странная. Чё происходит? Я привык к своим пулеметам. Чё у людей такие орудия мощные? Так, блин, мне уже весь перед отфигачили. Так, лишь бы он не рапировал сейчас. Так, главное рапиру не потерять, у меня одна пушка всего. У меня главный минус моего корпуса, который я собрал, в том, что у меня всего одно орудие, по идее. И это все. И корпус у меня очень слабый пока что, мне надо будет прокачаться. Но, короче говоря, я там в одного вылез, и меня все уничтожили. Так, почему смена цели не работает? Да, еще вот Алекс Косов, что ли? Алекс Косов один еще вот подписчик, а тоже его в пати сегодня взял. Меня прессуют, помогите. Ну, ГОСТа там прессуют. Ты-то еще живой? Ты-то нет! Вот этот, кстати, чувак меня уничтожил. Вот этот Настя Мген. Это миледи. Кстати, подними другу. О. Друга своего подними. Смотри, ГОСТ там перевернутый. Подними. У меня-то нету этого же. Так ты и можешь поднять все равно. Ты, главное, подъедь, помоги ему. На R нажми английскую сейчас, когда подъедешь. Вот, все. О, мне чушку дали. Ну да, если поднимаешь, тебе немножко опыта дают. Поэтому давай, тащите, ребята, выиграйте этот матч. Да, хотя мы по-любому выиграли, потому что у них всего один враг остался. Че, застрял? Да. Поедь влево, вправо, не знаю. А я не могу никуда. Ну ладно, тогда я посмотрю пока за другим чуваком каким-нибудь. Так, конечно... Ну ты, конечно, спас чувака такой, этого ГОСТа, а он такой, да, к черту его. Я его не вытащу из беды. Так, ну что там, мы захватываем, да, захватываем. Ну, в целом мы победили, скорее всего. У нас захват идет быстрее, и мы уже больше захватили, поэтому победа наша, все. Эх, ну ладно. Оу-е! Шикарно. Так, о, так. А, нет, я обрез нравится. Получил. Мне, кстати, обреза надо собрать несколько штук. А мне у, меня есть, у меня есть очень мощный обрез, но у меня пока энергии на нее не хватает, мне он также выпал. Я бы его себе поставил, но не могу, к сожалению. Слишком много энергии он требует. Это синий дробовик, который очень мощный. Я бы его в свой корпус поставил, но говорю, что он энергии требует много, поэтому пока что нельзя. А, но в следующий раз, когда сделаю, будет, наверное, прикольно. О, мне эта карта очень нравится. Кстати, по поводу кланов, ребята, кто меня в кланы приглашает или кто для меня кланы создает, не надо так делать, ребята, по той причине, что я клан, надеюсь, в будущем сам создать и играться вместе с вами. Я тоже там в будущем клан. Да, он просто стоит 500 монет, и как бы по-быстрому так 500 монет не заработать, тем более, что большая часть денег у меня уходит на то, чтобы я купил себе какие-то пушки стартовые и все в этом духе. Мне еще не нравится, что я езжу с новым орудием, вот этой вот рапирой, и я привык к тому, что у меня этот пулемет, и, короче, как-то вот не могу от того стиля игры, знаешь, отвязаться. Когда мне надо там так, как я мог тогда настреливать, так я настреливаю, пытаясь с рапиры с этой. А при этом, что рапира это больше такое скорострельное дальнобойное оружие. Типа такого. А-а-а. Так, ну у пока неплохо, тут... наваливает оно нормально. Блин, что ты передо мной встал? Я тут пытаюсь снайперить, вот а он передо мной. Так, ага. Так, ну там что-то скрылись, ребята. Ну, блин, издалека, конечно, пушка офигеть. Вот они где. Так, надо поближе камеру подвинуть. Пипец. Кстати, да, давайте если вам сделаем. Интересно, что там происходит у Тимура, у него тоже есть своя... он тоже, точнее, снимает свою серию. Так что вы можете глянуть, что у него там за безумие происходит. Потому что мы занимаемся битвой в совсем разных местах и в разном... времени, может быть, даже. Так, блин. Я там воюю со всей этой грибой. Так, у него пушка, надо скорее ему отфигачить. Отфигачь ему эту огромную установку сверху. По ней стреляй, если ты рядом со мной. Я-то умер. А, ты мертв уже? Блин, господи, какая-то башенная пушка жесткая все-таки. Я знаю, меня вроде чувак с этой пушкой и убил. Ну, башен, у него вот такая, помнишь, пушка, которая стреляет только вперед? Это то же самое, только стреляет во все стороны вокруг. Угу. Вот, она вообще жесткая.
Ну... Но вы все моя, моя, конечно, жестче пушка, по идее, но он мне попал так, что он мне отвалился, что мне было дорого, и теперь я с бедной рапирой. Ну, Эликосов, Эликскосов, ему спасибо, конечно. Так, ну чё он, чё ты стоишь, не смотри на инвалида, иди дерись. Да не, он тебя защищает, чтоб ты... Да я понял, что он меня защищает, но лучше пошел бы это, всех убил. Да мы вдвоем остались. Так, воу, нифига себе. Так, у меня пушка медленно разворачивается. Так, ну я-то ему наваляю, неплохо. Блин, все, пушка отпала. Все, мне звездец. Прощайте, мои друзья. Было честью сражаться с вами, да? Так, он уже ушел. Он один остался, кстати. Да он один остался против пятерых. У него шансов нету. Но он просто меня охранял все это время. Но он хотя вот этого злого босса заберет, наверное, с собой. Все, забрал. Да. Прикинь, в одного всех убьет. Нет, знаешь, как он, у меня сегодня... Нет, зачем он так близко к ней держится? Да, он все равно там по времени уже. По-моему, или захватили точку, что-то не обратил внимания. Блин, что-то хотел сказать, и всем из башки вылетело. Когда я... А, вспомнил, сегодня я играл, короче, матч, и просто это чуть ли не самый угарнейший матч в Курсауте, который у меня был. Короче, как бы победили всех противников? На этой же карте играли. Четыре противника из вражеской команды упали с моста и перевернулись. В тот момент, когда все мы стояли рядом и просто обстреливали их. Они просто падают с этого моста, а мы подъезжаем и расстреливаем их. Пол команды было уничтожено буквально за пару секунд. Ни хрена себе, у Магомоден или Магомоден, у него такая длинная тачка, как лимузин. Я тоже думал длинную сделать, потом, когда я делал длинную тачку, я понял, что в этом немного логики. У него разворот. Самая крутая тачка, которую я тоже хочу сделать, вот прям вот капец, как ее хочу, это тачка с дронами. То есть тебе можно вообще никакое оружие не ставить, сделать, главное, быструю машину, на которой можно будет призывать дронов, которые будут тебя защищать и с тобой сражаться. Вот, а тебе главное будет только быстро кататься вокруг противника, чтобы он в тебя не попадал и дронов не ломал твоих. Так, надо помочь Алексоку, или как его там, блин, у него Алексосов, вот, надо запомнить, что он Алексосов, а не Алексоком. Господи, вот это, лишь бы рапиру не оторвали, не оторвите мне рапиру. Так, нет, блин, пушку одну снес, так. Чё, как у меня вообще, у меня пушка на соплях держится, вот это надо видеть. Она реально вообще просто на соплях держится. Так. Ё-моё. Я не могу его убить. Слишком нормально. Да, пушку снес. Все, у него пушек нету, сейчас я его добью. У нас тут такая ожесточенная война идет. Но эти ребята какие-то очень лютые. Ах, у него есть передние. На 10-м левеле, конечно, сложность игры тотально изменилась. Вот прям вам сразу скажу. О-о-о, хотя бы одного врага забрал. Так, там еще надо убить Рейнхорн, попал по мне ведь засранец, а. Давай, пушку ему сбей, давай. Ух ты, нифига себе, я его перевернул. Так, блин, ну да ладно. Все, потерял пушку. Все, ты умер. Да они что-то вообще в гигантском количестве выживают, я не знаю почему. Да, они жесткие очень. Я просто как будто стреляю. Мне кажется, у них слишком много хп. Ну, для тебя да, потому что у тебя мощность 1600 всего. Мы играем пати, у которого, типа, 2500 как минимум. И то есть ты с ними дерешься, а у тебя оружие такое, знаешь, типа, пуколка какая-то для них. У них у всех... Ну, не дробовик могу наносить. Ну да, но у них 1000 жизней. Представь себе, сколько тебе надо подстрелять по ним. Я на твоем месте бы ездил и старался бы, знаешь, со спины заезжать и пушки им отламывать дробовиком. Напомнила игру, когда играешь за жнеца. Так же. Сзади всех обходить. Ну, типа того, будь жнецом в этой игре. Видишь, просто у всех какие крутые тачки, а ты на таком маленьком автомобильчике ездишь. Не, ну мне мой перед офигительно нравится, просто тащусь. Сбоку у меня машина, конечно, как мусор выглядит, но спереди классно. Мне нравится то, что у тебя передняя часть часть этого газельки. Ну и зачем? Так, передняя часть газельки-то, ну да, тебя перевернуть. Блин, переверните меня. Я что-то... Мне всегда казалось, что я могу так перевернуть и перевернуть, знаешь, то есть подкинуть тебя вверх, встать под тебя, чтобы ты снова упал, я тебя еще раз подниму, и так продолжать, пока я на тебя кучу экспы не набью.
Знаешь, не, ну особо много не наберешь. Ну, там по 40 дают. Ну там есть типа медальки, репутации, знаешь, вот эти вот значки, которые типа ачивки. И за них вроде что-то дают. Не так, точно, я, конечно. Я первый не пойду. Давайте. А там уже есть, ребята, там двое. Ты там не один будешь. А-а-а. Так, мне надо убить того чувака, которого в прошлый раз меня убил. Я сейчас ему буду мстить прямо. Вот он наш. Так, вот где это он? Вот. Где этот? Ой-ой-ой-ой, давай по пушке ему. Давай. Блин, единственное, что бесит, что у этой пушки небольшой разброс. Да, я его сорвал. Нифига себе, это что было? В чем меня стрельнули? Просто меня одним снарядом рассыпалось все. А, ракета прилетела. А, нет, у него еще что ли стало? Мне ракета прилетела, прикинь, вот это вот, которое я говорю, что есть ракеты. И мне ракета просто в корпус прилетает. Меня ракеты убивали. Мне просто прилетает ракета, и от меня вообще ничего не остается. Все разлетелось, весь корпус просто в пыль. Жесть, я тоже хочу ракеты. Надо будет прокачаться и набрать себе ракет потом. Ай! Ну это говорю, ребята, в первый раз, когда играю, я уже на таких высоких мощностях только-только на них буквально перешел. Че, тебя уничтожили? Да. Ну там жесткие, блин, у них эти. Которые ракетами стреляют. Ну, так они сверху стоят, ракетами наваливают. Ну ничего, мы еще это. Ну ладно, мы тут проиграли, он вряд ли один выиграет. Да, понятное дело. Ну, в общем, ладно, ребята, наверное, будем на этом серию заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось. Так что... новый уровень. Хорошо тебе. А я слишком мало получил. В общем, ребята, надеюсь, что вам понравилась данная серия. Спасибо Госту, спасибо Алекс Косову, который был с нами в пати. Хорошо, что они вовремя нажали приглашение, подтвердили, и в то же время также еще и готов нажали. Поэтому мы смогли с ними вместе поиграть. А то некоторые сидят такие, типа, ты их приглашаешь, они приглашение жмут, а потом просят, чтобы их пригласили. Такой сидишь, чё? Вот. И да, ребята, кому игрушка понравится, кто хочет попытать удачу и попасть в ролик вместе со мной, то можете скачать игрушку, в описании будет ссылочка на нее, понятное дело. Игра бесплатная, нетребовательная, играйте на здоровье, если вам нечем заняться. Тем более игра крутая, почему бы в нее не поиграть, действительно. Я не думаю, что... Если вам нравится создавать свои машины и сражаться на собственных созданных машинах, для вас кажется скучным, но я не знаю. Даже... Потому что... Не, ну, мне эта игра очень сильно понравилась, такого жанра. Типа такая машина, типа, безумный Макс, типа, ты создаешь все такого жанра, типа. Ну да, это апокалипсис, типа, что... постапокалипсис, типа. Это мы буквально еще только начали, а тут еще столько впереди возможностей всяких будет. Угу. Сколько всего можно будет прокачать и сделать. Поэтому, ребята, рекомендую поиграть в эту игрушку. Ссылка, говорю, в описании будет. На этом все. Так, кстати, мой ник, если что, вот. И если что, ник Тимура, вот. Можете добавляться в друзья. Правда, у меня уже список друзей просто безумный. У меня 706 друзей. У меня еще вот такой список, который я просто физически не могу успеть принять. Очень быстро добавляются друзья. У меня 706 их, ребята. Просто офигеть. Да, поэтому... Если я друзья сразу не добавил, добавлю со временем. Так что не переживайте. В любом случае, я вон уже добавил вон сколько друзей. Вон, сами можете посмотреть, что список довольно большой. Еще остальные не в сети сидят. В общем, ладно, на этом все. Ссылки в описании. Также, если вам я интересен, можете на меня подписаться. Также подписывайтесь на Тимура. Он тоже снимает разные ролики по разным играм. Рекомендую на него также подписаться. Тем более, что он более начинающий канал. Ему очень нужна ваша поддержка, чтобы он смог быстрее развиться и снимать всякие новые штуки. Возможно, в будущем какой-нибудь будет совсем уникальный у него контент. Кто его знает? Если вы на него подпишетесь, вот тогда вот и узнаете. А на этом все. Всем удачи, всем пока. Да, всем спасибо за просмотр и всем пока.